Привет, с вами Арсений, магазин Тукэм Видеообзор. Стойки для удочек, подсачников и садков и всего прочего, что может понадобиться в лодке для вертикального расположения. Данная стойка выполнена из ламинированной фанеры 15 мм толщиной. То есть вещь достаточно не очень легкая, но это, по крайней мере, это позволяет ей надежно сидеть на своем месте. Как видите, здесь уже стоит сейчас. Как видите, спиннинг здесь стоит. Опора у него идет не на пол, а на нижнюю полочку. Трубка диаметр 40 мм, длина 23 см. Эти держатели, эти стойки для спиннингов и были, в принципе, сделаны по просьбе рыбаков. Уже не первая просьба приходила, поэтому решили что-то придумать и посмотреть. Итак, поближе немножко сейчас рассмотрим. Я сниму. Итак, у нас получается 5 трубок. Ну, вот крепится это все на систему Leak Pass, Leak Tross. Вот, в комплектации идет вот такая крепежка. Вот, и теперь вторая модель. Немножко поближе, подробнее. Надевается также на систему Leak Tross. Вот, ну и здесь уже есть вот такие отверстия с пропилами. Вот тут идут три трубки, также длиной 23 сантиметра, диаметр 40 миллиметров. Вот. Трубки играть, шататься не будут, так как здесь для них есть отдельная опора, куда они прикручиваются с обратной стороны. Ну, в принципе, ничего сложного в этой стоечке нету, но, по крайней мере, очень удобно. Очень удобно и функционально. Вот. Могу сказать то, что на разных лодках вот этот столик будет вставать по-разному за счет того, что здесь уже штатное у нас запиленное отверстие. Если вы видели, они немножко под наклоном первоначально где-то вот так вот стояли. Вот. Но при необходимости, при помощи такой планки для сидений, которая также продается у нас в магазине, вы сможете поставить столик оптимально под оптимальным углом. Ну, то есть вам потребуется просто снизу эту планку прикрутить. Итак, понравились вот такие стоечки. Можете их заказывать у нас на сайте. Естественно, это ламинированная фанера российского производства. Торцы, ну, здесь сейчас не пройдены, будут пройдены акватексом для защиты от влаги и всего прочего. Вот. Ну, в принципе, ну, само собой, фаски тут везде все пройдено. Ничего не цепляется. Вот. Понравились стойки, ставьте лайки. Очень будет интересно посмотреть на вашу реакцию на эти стойки. Понравилось видео, ставьте лайки. Пишите отзывы, комментарии. Рекомендую.